Всем здорово, с вами Срок и Фаня. И мы решили сыграть Counter-Strike 1.6 на сервере Алёша, не надо, не знаю, Алёша. И мы выиграем вроде 2.11, что-то, ну, террористов. Это такая дрочер, дыра, конечно, сейчас. Конкретно. Ебать, что за пидорюга меня вынес? Вот, блядь. Сверно я. Хорошо, пиздец. Конечно, сгибать, кто-то дрочил, блядь, типа. Последим за Фаней. Где? О, вот. Ну, что он сделает? Нихуя себе, пулемёт. Ну ты все, монстр, монстр. Да ебать твоего не стреляй! Ну не поебать, чужой, чужие все для меня. Ну ты что, Рэмбо, это Рэмбо, все, Рэмбо пятая часть. Это модификация Рэмбо сделана под КС. Да, и не играйте в Рэмбо на компьютере, такая хуйня. А, вы идёте! Кто? Кто ублюдок такой? МГУУ. Не, МГГУ, во. МГГУ. Во, вот так. Да, я чувствую, это, наверное, долго будет, сколько наших осталось. Один. Ну ладно, мы посмотрим. Нет, или два. Один, два. Один все-таки. Нет, один на три, на четыре. Наши... А, все. Вы просрали. Если они, конечно, бомбу еще не обезряли. Да типа, ты умоляю. А, и кто хочет поиграть с нами в КС, пишите ВКонтакте. Там будет ссылка на мою страницу. О, Кона Ибиз начался. Я возьму, не знаю, снайперка будет. Ну, ладно, пошли, без бронежилета в этот раз. Кто-то какой-то ебанько выбрал гранату дымовую. Ебать, не положил. Все, ладно, я пошел. Я думал, ты стоять будешь в бой. Бля, я патроны взял. Где пидор раз? Беленькие наши, а то для меня все чужие. А, да знаю, ну, я подойду спеша. Эмочка, она вроде тоже. Блять, вот он, сука, ебанулся! Меня опять вынесли. Ебать, и стрельнуть, блядь, не то что стрельнуть, похнуть, сука, уже не дают. Нас! Все, Рэмбо, Рэмбо, блядь. Сука! Сколько там наших дурков? Два, три. Ладно, мы это не будем смотреть. Сейчас мы вернемся. Мы вернулись! Да, дал бы весь вернуться. Ты что, блядь, не помогал? Так, возьмем, пожалуй. Вот так вам, ребят. Я возьму удишку. Ебать, что за пидор, сука! Гандон ебучий, где ты взялся? Ебануться, блядь! Ебать, читаков набралось, ебать! Ебать, я во враг, люди! Это пизда! Сука! О, ну и Фанни подоспел. Ебать, что за пидор? Ну, Жека, пиздец тебе в следующий раз. Я тебе говорю, такой пиздец! Ебаный мать малыга. Как меня с одного раза выехать, это пиздец. Ты знаешь, что ебаный мать малыга, пиздец. Сколько наших осталось дает? Один, нет, два. Не, не знаю, даже три, четыре. Ладно, короче, мы опять сейчас вернемся, блядь. Так, ребята, мы вернулись, ебать. Мы просрали. Так, что нам показать счет? Нахуй нам счет? Я знаю, почему я проиграл. У меня нет, не было подойдет. Блядь, ебать! Что сказалёшь? А, на другой сервер, ебать. Слава яйца. Сейчас мы другой сервер перемещаемся. Ебать, я обосрался аж нахуй. Интересно, что за следующая карта будет? Так, окей. Что за кого в этот раз? Террористы опять? Да, как обычно. Давай, я буду партизан. Тактические мстители. Я буду Джон Рэмбо, блядь. Джон Рэмбо, возьми. Джон Рэмбо вернулся. Бля, что за хуйня? Ну ладно, я возьму. В смысле, ты что, за этих играешь? Нет. А я, блядь, ну ладно, давай друг против друга. Вот, сука, за спецназом. Да не, ща я переместюсь, я разок... Пиздюки ебучие. Разок перканем тебя. Попчанский тебе заедем. Вот он, сука, пидорюга, блядь. Я вроде иду, но... Ух ты, сука, граната! А-а-а-а. Ты большой за это, затихал, блядь. Граната подыкала. Сука, на крыше! Гандон. Тут ебать мочила. Ух, ебать, мать малыха, так нахуй так вылетела! Пиздец, что это? Джеки Чан! Пиздец! Ебаный ты, сука, в рот! Это пиздец, товарищ! Так, мы заново 0-0 пока.
Чувствую, мы вас уделали. Так, сервер нам не надо. О, добрый Лёша! Добрый Лёша, да, сервак. Называется добрый Лёша. Как вам переместиться на сервак? На вашу команду. Это там же команды там по демочку нажимаешь. О! Спецназ! Но! Ладно, я зайду за спецназ, я буду. Саса. Я сам. Иди. О, вот это ты, да? Не знаю, я не играю что-то. Что за поеботина? А потому что перегруз, ебать. Перегруз. Ну следи тогда за мной. Ладно, это последний в законе. Ебать, меня уже оглушили. Не надо за мной следить, а то я проиграю. Где это? Голова это. О, вот он. Сас. Ебать, своего не стреляй. Да ты ж знаешь так. Это, мочи. Мы вернемся. Это пиздец, товарищи. Люди, мы вернулись, я тоже играю за нас. Я пойду с пистолетом, начнем по стандарту. Ебать, у меня 15 баксов осталось. Нормально, у меня 6. Ты говоришь, как они на эту спрашивают, сзади, вот я. Всё, я уже тоже на ней. А, ты за мной? Смотри. А вот, глянь, что-то карту видно, а вот. Тут перка нифигде. Террора, что-то делать, сколько денег? Мне тоже надо делать. Этот пистолет не ходит, ебать. Да что? Вот он, пидор, раз. Смотри, пошли на жизнь. Это не поднимает. Что, пиздак? Я не знаю, чей это конечно. Вообще нахуй не поднимает. Сколько? Надо съебывать здесь. Ух ты ж, блядь, две жизни, блядь. Это много. Пидора. Тебя что, завалили? Да! Ловко. Сейчас мы... О, спецназ выиграл, мы выиграли, парни. Не знаю, спецназ пытается. Смотрите, девушек. Так, надо взять шлем. Потом надо взять... О, все, снайперка сойдет, и я возьму еще щит. Щитовский. Где щит? Где щитовский, я не понял. Ты что, не наши тут щиты есть? А ты... Валера, что ты взял. Щитовский, конечно, не взял, там было все не взял. Ну ничего. Это не знаю, это щит за снайпер. Я бы тебя помню. Тихо, сколько не будет. Ух ты! Хедшот, на! Ну все, царь КС. Меня убили! Ну, царь КС, я что не брать. Вон, блядь, отекай, блядь! Блядь, прицел, блядь! Ебать! Меня зацепила конец, я его не убил. Пиздец, товарищ. Мы 3-0 выиграли, конечно, слава богу. Может, я убью? Так, тогда. Раз, два, три. Я вообще сейчас пистолетом ходить буду. Ну правильно. Бабла нету. Понял, что ты, Серёжа, на этой пушке все играешь в говнянки. Да прям как ты. Молчу. Молодец. Сколько там чужих? Один. И наших два. Сейчас вот. На! Все, вот этот выход. 4-0. Ребята. Так мы чухаемся, нет. Все, на. Хожу. Короче. Так. Набираю снаряжение. Бронежилет. Я возьму автомат. Я возьму. Пришли. Возьму. Вот это. Вышите, поебали. Надо припасы взять. Ну, везде, товарищ, я заболел. Где нагреша? Ты на голову-то по жизни больно. Да ну задолбали, кто ж меня так выносит все время? Ну позорь ты, человек. Ой-ой-ой. Любили, да. Ты не убит, нашел меня? Ага. Ух, ты ебать. Ты что позориться? Что за хуйня? Тоже с первого раза глушанули. Да сейчас снайперку тоже возьму, будет тоже что? Упчан. Тебе. Нет, сейчас смотри, я возьму сейчас. А вон твоя зима, а все, видишь? Так. Их не сколько их там стоит? Ладно. Ну, посмотрим на это. Макс, тук-тук.
Да. Типа я вижу, что у тебя там происходит. С этим пидором ничего не споришь. Один остался. Вот он, это Макс. Тук-тук. Гася, что это за монстр? Да издевательство, походу, не наши двое, трое. Четверо, нормально, мы должны выжить. Короче, мы сейчас вернем. Мы вернулись. И нам я обещал взять снайпер. Ой, его ебать, блядь. Все? Не то взял. Ну ладно. С этой. Тоже. Ничего. Ты нам напоминаешь, что мы играем на сервере Добрый Лёша. Что это за поебоня? Не знаю, стрельну. Стоп. Ух, блядь, ты же. Ебать, ёлки. Ух ты, блядь, окно. Сейчас возьму снайпер, я вынесу. Вынесу, да? Может, я вынесу, не знаю, заодно войти выживу. Да, мы, конечно, не мастера в КСР, но ничего, научимся. Мы ефрейторы. А что ниже ефрейтора? Губаки. Это про нас. И, короче, ту, не знаю, как назвать, ну, будет спать, он типа проиграли. Так, эти... Ой, пулемет, не надо пулемет. Так. Винтовочки. Берем вот это. Так. Основные снаряжения. Все, мы прикупили к пуля. Ну и все. Пиздец. Просто сейчас будет пиздец. Тихо. Вы на меня, суки, целитесь. Я что, вынесли уже? Нет. Ты живой или нет? Нет. Подрывай. Прими подрывай. Ух, что это за дрочь? Блять. А, я его не вынесу. О, ебать, он, блять, я в мухеда снес. А нет, это какой-то другой пидор. Или... Куда за дрочь? Мистер за дрочь еще. Да, счет 5-1. Да! Найс Рох не победил. Да, конечно.